Бесхозный скот на дорогах является причиной 30% дорожно-транспортных происшествий. С начала текущего года на дорогах области зарегистрировано 168 ДТП, в которых один человек погиб и 19 получили ранения. Ведется постоянная разъяснительная работа с населением о необходимости недопущения скота на дороге и соблюдения правил выпаса скота. Это особенно важно, так как в области функционирует множество хозяйств, занимающихся животноводством. В настоящее время на учете состоит более 2 миллионов голов скота. По части 2 статьи 408 Кодекса об административных правонарушениях составлено 168 протоколов, из них 114 на выявленных владельцев скота. А в 54 случаях владельцы не были установлены из-за отсутствия данных в базе идентификации сельскохозяйственных животных. В области действует 110 специальных парковок для временного содержания сельскохозяйственных животных. За 8 месяцев текущего года на этих парковках размещено 4820 голов скота, оставленного без присмотра. Для обеспечения безопасности дорожного движения на пригородных автомагистралях рота патрульной полиции установила 18 макетов патрульных автомобилей и животных. На 4 пригородных шоссе, согласно проведенному анализу, выявлено 8 аварийных участков. На этих участках, как отметил мой коллега, установлено 18 макетов. Вот один из них. Эти макеты служат предупреждающими знаками. Кроме того, владельцы крестьянских хозяйств, расположенных вдоль шоссе, самостоятельно установили различные ограждения. Напомним, что владельцы животных, оставляющих их без присмотра, несут административную ответственность. По словам специалистов, поскольку большинство дорожно-транспортных происшествий с участием животных происходит в ночное время, рекомендуется использовать на шее животных специальные светоотражающие элементы. Асиля Айдар, Арайл Малиханова, Анатолий Тернов, телеканал «Семей».